Но у меня какой есть... Какой критерий у вас стоит, потолок? Не хочется, конечно, говорить о своих секретных целях. Не потому, что я не хочу сглазить, а потому, что я считаю, что иногда мы можем двигаться разными путями. Даже если мы ставим для себя какую-то определенную цель, то мы ее корректируем в процессе реализации этой цели. Но для меня задача такая максимум. Я хочу помочь максимальному количеству людей. И, наверное, это меня привело, в частности, и в институт, потому что в свое время я работала в компаниях достаточно крупных и дошла до руководителя тренинг-центра, и после этого ушла в собственный бизнес и самостоятельно его развивала в течение 4 лет. А когда поступило предложение прийти работать в институт, меня это как-то вдохновило. Я почувствовала, что здесь я могу реализоваться в том, что мне сложно было сделать вот в предпринимательской деятельности. И влиять, помогать огромному количеству людей. То есть вот эти слушатели, которые будут приходить на курсы, да, это программы дополнительного образования, где я являюсь деканом факультета, это кафедра, на которой я работаю заведующей организационной психологии. И я вижу и понимаю, к чему я хочу прийти вместе с этими слушателями. Поэтому вот это такая амбициозная моя цель.